берегов это кукол делались на все случаи жизни. Приходил ребенок, ему делали куколку, да? Женщина провожала мужа, ему тоже делала куколку на воде. А если муж уходил далеко, куда-то в море, она делала куклу, которую оставляла дома, называлась кукла-заменитель, да, там я имею в виду, чтобы с ним можно было советоваться. Так в сказке Василиса Премудрая, там дочка советуется с куклой, которую ей мама оставила. Эта кукла помогала как бы принимать решения, сохраняла тепло и ту силу, которую как бы не хватало женщине. Вот эта кукла, допустим, это называется кубышка, травница. Она призвана на семейное благополучие, счастье. Здесь закладывается 7 слоев травки, так как 7 число семи. Куклы делались обычно за один присест. Они были простые куклы, то есть в течение дня женщина должна была их сделать. Надолго куклы не растягивались. Вот символ солнышка. Понял, символ добра и счастья. Он во многих знаках встречается, да, там немножко на домах встречается символ коня. Это вот такие солнечные коники. Делались, в принципе, это мужские обереги. Это вот свадебные куклы. Вообще свадебный пояс существовал, вот эта кукла-жених называется. Есть кукла-невеста, и вообще в свадебных игрушках их насчитывалось до 50. Люди играли с детства. Малолетство, и уже когда они женились, они уже знали, как этот процесс, все уже было передано. Если были женские куклы для каких-то инициаций, они хранились в сундуках, и к ним мужчин доступ не имели. Да? Все остальные куклы где-то стояли в доме, в красных так называемых углах. Это вот куклы.